заниматься спортом, рукопашным боем и карате. За сухим перечислением фактов биографии огромная жизнь, которая оборвалась в битве за независимость и процветание России. На открытии памятной доски, посвященной бывшему ученику Видновской школы номер 7 Андрею Худякову, собрались представители руководства муниципалитета, депутатского корпуса, родственники героя, учащиеся и преподаватели учебного заведения. Открывая эту памятную доску, я хочу, чтобы каждый знал и для себя в душе помнил, что наши русские ребята, русские парни, они всегда на страже своей страны. И что бы ни случилось, победа останется за нами. Андрей Худяков погиб 31 января 2023 года, выполняя боевое задание. Открыли памятную доску родители Андрея, глава округа Станислав Катаров, военный комиссар города Домодедово и Ленинского округа Михаил Горданов и священник Николай Шапарев. Доска здесь, на школе-то и прибита, чтобы именно наши молодые люди видели это, школьники видели этот пример. И, конечно, и нам всем необходимо всегда помнить о том подвиге, который совершил Андрей. Вечная ему память. Когда началась специальная военная операция, Андрей Худяков не пожелал остаться в стороне. Спортивная закалка и опыт, полученный на работе, на охранном предприятии, были хорошим подспорьем в службе. Посмертно Андрей Худяков награжден орденом мужества. Когда есть такие ребята, как Худяков Андрей, Россию никто и никогда не сможет поставить на колени. Мы сегодня склоняем головы перед стойкостью матерей, которые потеряли своих сыновей. Это памятная доска и цветы – скромная дань памяти тем, кто погиб, сражаясь за мирное небо над головой своих соотечественников. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.